Всем привет, друзья! С вами снова Дмитрий, и мы все еще проходим Ori and the Will of the Wisps. Новая часть, и здесь мы продолжаем исследовать мир. Собственно, наша подруга погибла. Не могу не сказать, что мне кажется, что она все-таки как-нибудь воскреснет, но сейчас нам стоит задача вновь оживить этот мир. Нам надо собрать три блуждающих огонька, чтобы вновь собрать дух этого леса воедино. Мы сейчас вернулись на базу, чтобы немножечко отстроить, поскольку мы собрали достаточное количество частей. Чем, собственно, сейчас и займемся? Построим домики для лемуров. Дом предков. Новый слух. Спасибо. Так. И теперь мы можем сделать капитальный ремонт. Давай. Неплохая хижина. О, нам что-то еще открылось. Крыша над головой. Еще несколько домиков. 6 частей надо. Угу. Ой, теперь появились новые сферы, которые мы можем забрать. Оу, привет. Ну как тебе твой домик? Это же ты его просил. Ага, в тихом лесу надо найти его родственников и сообщить им, что мы построили здесь домик. Ключик от деревни хижины. От двери хижины у тихого леса. Будем иметь в виду. Ага. Понял. О, мы даже зайти в них все-таки можем. Приятно. Ага. Я просто думал, что тут мало ли какой-нибудь еще секретик есть. Так, а где еще одна хижина? Вон там вот. Сюда? Так, души где-то слева мне написано должны быть. И где они? Непонятно. Непонятно, непонятно. Может, он предложит нам какой-то новый навык интересный? Энергия, энергия, энергия. Угу.
тогда можно, наверное, сходить сюда, собрать его семью в сборе. И потом продвигаться сюда. Налево, да? Да. Так, хижина должна быть где-то внизу. Вот дверь от нее. Нажмите Е, чтобы отпереть дверь. А-а-а! Вот это недоработка, конечно. Нажмите Е, чтобы отпереть дверь. Но я нажимаю. Не понял. Я нажал левую кнопку мыши и отпер дверь. Ошибочка, значит, у разработчиков. Оу. Кстати, отсюда пропала сфера, значит, это она и была. Три огонька. Так, сюда мы не можем пройти. Тут уже все изведано. Так, продолжаем строить. Светом мы пока все еще тоже не обладаем. Может, сходим к Тали? Вдруг он нам поможет с заземлением? Привет. Ой. Oh, here.
Ага. Очень грустно. Блин, только сплошные плохие новости приносим. Прямо как в жизни. Так. Семя, отлично. Ну хотя бы семенем мы сможем отдать его Талии. Что-то снова посадить. Да, телепорты теперь как никогда актуальны, потому что если бы я все это время бегал туда-сюда, но это было бы запарненько несколько. Так, секундочку. Опа. Так. У нас есть семя. Оу. Ух ты. Мы сможем черпать из него силы сейчас. Избушка Тали. Так, не понял. Чего? Ого. Там есть семя, отлично. Когда-нибудь мы до туда доберемся. Атаки на 25% больше урона. Это же отлично. Просто бомбезно, я бы даже сказал. Так, а куда нам теперь? Так, телепорт сзади. Карта Тихого леса. Исследуйте Тихий лес и принесите ему что-нибудь интересное. Но мы его еще не весь разведывали, судя по всему. Так, наверное, вот сюда можно попробовать. Или... Ну, в любом случае, надо этим телепортом пользоваться уже. Так. Угу. О! Что за... Как вас много? Да, я забыл, что теперь это не пустая локация, а локация полная комаров и всякой нечисти.
Угу. То есть вы хотите сказать, что я здесь не смогу пройти, да? Ладно. Ай. Блин, мне надо аккуратненько стрелять издалека. Вот что я понял. Какие-то там неприятные звуки. Но нам именно туда и надо, к сожалению. Ага. Подожди, комар. Ай, а! Мифом получилось. Ага. Вот оно чё. Фух, ну что ж, поехали. А что это? О, прикольно. А, нет, 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 нет. Назад, 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 назад. Так, хорошо, давайте тогда думать, как нам там пройти. Так, ну здесь-то мы пройдем. Ой. А тут как пройти? Ладно, поранились, но прошли. Так, теперь надо до того шарика, очевидно, достать, да? Хотя там уже и снизу что-то есть. Достали. Ну, поехали, колодцы, чё. Черт. Это не так-то уж все и просто. А! Изи. Да боже ты мой, как же это сложно и непонятно. Как мы вообще здесь прошли в прошлый раз, вот буквально минуту назад? Раз, два, три, или куда, чего, ай. Раз, два, три...
Ой, ну нафиг, ребят. А, я... Блин. Я не туда пришел. Сюда. Негодяй. О боже, ну мы же только что там два раза проходили. Так, правильно я понимаю, что можем вниз отсюда? Ну тут же есть дорожка показана, что, ну... Везде обман, везде обман. Не, не хочу уже туда. Вот встань, негодяй. Да что за... Ну да, ну да. Блин, явно видно, что игра местами, конечно же, несколько недоделана. Ну вот, давайте будем честны. Так, чего там, куда там? Так, можем пойти вниз, можем налево. Направо, в смысле. Пойдемте направо сходим. Вот тот самый утес, где ударили ку нашу. И она упала вниз. Давайте тоже вниз сходим, посмотрим, что есть хорошего. Ай! Ай, ой! Так, что там у нас? Тихое святилище. Ну что ж, приступим. Thank you.
Так, я не понимаю, у меня почему он двигается в абсолютно другом направлении, каким я нажимаю? Что-то я не успеваю делать удар. Воу-воу-воу-воу-воу. А! Что? Они еще чем-то стреляют. Воу. Секретик. Классно. Блин, я не успел восстановить здоровье. Это все было просто несколько неожиданно. Ладно. Так, я предлагаю влево, на самом деле, от этих товарищей убегать. Опс. Просто опс. Давайте сразу сходим, возьмем. А, уже типа взяли, окей. Так, вот теперь надо валить налево. Валим, валим, валим на гелике. Серьезно? Ай, ой. Да куда ж ты бьешь? Где ты там, вонючка? Ой, я уже и забыл, что мы можем отбивать, кстати говоря, эти снаряды. Так. Ой, ну это было вообще несложно. Так. Здорово. Привет! Блин, он бьет. Я забыл. А, я забыл, что они сюда же могут притарабаниться. А, вот не дают они мне спокойствия-то. Так, от одного избавились.
Так, осталось только вот это. Фух-фух-фух. О, еще одна ячейка для осколков. Великолепно. Так, и что же мы сюда можем засунуть? Нет. Наверное, тоже нет. Просто стойкость. На 20 меньше процентов урона. Да, наверное, давайте возьмем стойкость, почему бы и нет. Нету каких-то очевидных вещей, которые нам еще нужны, поэтому... Почему бы и нет? Ты куда? А, все, здесь тупик, и нам, значит, надо только наверх. А! Ладно, нормально. Ладно, этого было не избежать, наверное. Так, раз, два, три, и не достаем. Раз, два. Раз, два. Туда? Туда? Хорошо. Фух. Нет тут никакого секрета. Так. Охотничьи угодья. Новая локация. Так, не понял, о чем мы тут боимся. Ой, а что это все в костях-то? О, мы вышли в пески. А, все, я понял. Когда-нибудь я тебя побежу. Злая птица. Глупый птиц. Не понял, а куда нам дальше-то прятаться? Ну, наверх понятно. А куда? 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 Ладно, давайте посмотрим по карте. Вниз мы можем. Или вправо еще туда что-то есть. Не совсем понятно, что и куда, но окей. Но все в песке. Ай. Так, я сейчас на секундочку отойду, извините. Запись на паузу поставлю. Продолжаем. Продолжаем не понимать, куда нам надо. Просто наверх там нельзя. На палку на эту... Ну, типа, непонятно. Непонятно, непонятно, очень сложно. Тут все в песках. Ну вот чего, ну вот куда? Я не понимаю.
Зрители, подскажите, пожалуйста. Может быть, вы понимаете, куда здесь надо идти? Так, окей, там вверху есть платформа какая-то. Я думал, может быть, там где-нибудь спрятаться, но... Увы, ах. Ай, вон туда надо было успеть, да? Нет? Ладно, давайте направо, потом налево. Так, наверное, точно получится. Но как? Но куда? Блин, вот... Ну бред же. Ну просто бред. Боюсь, я сейчас буду открывать прохождение и смотреть. Куда? Может, за эту груду костей надо спрятаться? Так, хорошо. А, извините, ставлю запись на паузу. Да, зрители, я нашел куда, посмотрел, но это, конечно, ну, как сказать, очень неочевидно и очень непонятно, потому что в самый первый раз я попытался так сделать, у меня не получилось. Ну, типа, камон, как это работает? Почему это так нехорошо работает? Вот нам надо вот сюда спрятаться. Но как бы я и так сюда прятался. Я не понимаю, в прошлый раз что ли слишком плохо, недостаточно туда спрятался. Но это, ну, бред. Ну, серьезно, бред. Угу. Следующее какое-то бредовое место. Нет, надо еще дальше было пробежать. Ой, начинаем с самого начала. Вот это мерзотня, честно. Ну типа, ну камон. Ждать вот эти все анимации, этих птиц. Ну, ну вот зачем? Ну ради чего это вот придумано, сделано, а? Да, давай, смотри, нет у меня там, да. До свидания. Эх, кошмар. Очень непроработанное место, как мне кажется. Шорткаты, закрытые песком. Так, я что, не могу? Вот, смог.
Ага, все, выход теперь закрыт отсюда, я понял. Но нам скоро должна возможность дать избавляться от этого песка. А выглядит как ловушка, если честно. Ну да. Да по-любому сейчас должны дать способность избавляться от песка. Ну типа, ну камон. Дом предков. Так, а что у нас здесь? А, секретик. Низ, как я понимаю, там тоже можно, и там песок. Ой. Так. Вот это уже интересней. То есть надо приманить его, чтобы он подлетел. И потом его кинуть вон тудой. Вот это прикольно, прикольно. Давай. А, блин, я не ту кнопку нажимал. Давай, давай, иди сюда, брат. Ну и чё, я не могу... Почему-то не получается. Ну, ладно. Видимо, не сейчас. Привет. Вот кто нам откроет проход. Еще один, пожалуйста, дай. Не-не-не, дай мне еще один этот. Промахнулся. Да в смысле? Да ты прикалываешься. Куда пошел, засранец? Да все равно не поп... Что? Почему? Я не понимаю. Ну давай, давай, давай. Получи, фашист, гранату. Говно. Я думал, я его сферой смогу открыть данный путь, но нет. Думал, сейчас спокойно посижу. Руда. Руда — это хорошо. Там где-то есть секретик. Вот он справа. И как нам его достать? Вижу. Хорошо. О, лопата. Может, с ее помощью мы можем копать? Нет. Очень жаль. Так, синий ёж, у нас еще такого не было! Я забыл, что они тут разрушаются теперь. Я понял. Привет!
Это что за какашка, я не понял. Панцирь? Ладно. Нормально их там. Воу. Ага, три удара надо нанести. Мощно. Ай, не туда, не туда. Ну что же ты? Не адаптировался еще к этой местности. Я вижу, там есть секрет. Но я не понимаю, как его достать. Блин, там ячейка жизни. Я бы очень хотел ее достать. Только непонятно как. Черт. Так. Фух. Кошмарное место. Как вообще пройти без урона? Вали-вали отсюда. Так, тут наверх, очевидно, можно, да? Да, но пока, я думаю, у нас... Ну, вообще никак не получится наверх. Ой, не. У нас нет столько здоровья туда прыгать. Или есть? Хм. А, тьфу, блин, песок. Я даже его не заметил. Я подумал, что какое-то... Ой, все, ладно, без комментариев. Эх. Здорово. Ладно. Так, поскорее бы нам уже дали возможность песок разрушать, а то это, ну, невыносимо порой, блин, нам надо было вниз. Блин, ну и бред, конечно, местами тут с управлением. О, не понял. То есть вы хотите сказать, что если я просто стою на песке, он разрушается, да? Бред. Нет, это какой-то бред. Отлично.
Здорово. Воу. Да не сюда я хотел. Ах ты какой хитрый жук. Я просто не сразу понял, что это за жук. А это получается скрещенный такой. Так я не понял, а вниз не могу прыгнуть? Там же вроде есть проход вниз. Есть. Значит, должна быть возможность туда вниз упасть. Видимо, потом. Ну или вообще никогда. Так. Наверх надо как-то попасть. А, ну, в принципе, видно как. Так, а наверху мы можем, по-моему, налево еще пойти, да? Да. Так, что там целеуказатель показывает? Что-то туда. Тут тупик? Прям тупик тупиков, да? Очень интересный механизм. Да уж, механизм. Нифиг собачий. Ой, с тем червем я не хочу иметь дело. Ага. Да. Вот серьезно, проще затанковать, чем тут размансить в такой обстановке. Блин, я хочу ту сферу. Ай. Он сделал мне немножко кусь. Так, наверх мы вроде как не можем. Не, я не собираюсь туда возвращаться, извините. Ну его нафиг. А, тут тупик, я понял. О, там наш старый друг. Ну при... Откуда эти комары? Привет. Если найду, обязательно дам. Без комментариев. Так, короче, ему надо найти воды, да? Так, это проход дальше. Мы еще вот здесь вот не побывали. Там, возможно, шорткат как раз откроем. А, более того, мы не можем туда больше попасть, я понял. Ну да, пошел я куда-нибудь.
Джеронимо. Наконец-то, нам сейчас дадут силу повелевать песком. Наконец-то! Не так я себе это представлял, ну ладно. Ого! Прикольно! Симулятор змеечки, да? Интересно, интересно. А? Так, и что теперь? Что? Ничего себе, как я умею. Привет. Чё по картам? Конечно, желаю. Фух. Ага. Ага. Это хорошо, да. Ясненько, понятненько. Понятненько, ясненько. Блин, я думал, я их пробиваю. Вот оно чё, Михалыч. Интересно, интересно. Ничего не скажешь. Так, ну поскольку нам надо сюда, я предлагаю сейчас пойти вернуться назад. Блин, я там чуть не доисследовал. Так, и что это нам дает? А, испытание на скорость. Не-не-не, ребят. Я слишком криворукий для этих испытаний.
Больно. Ой, серьезно? Да почему камера вверх-то не идет? Я же не могу прицепиться к тому, чего не вижу. Господи, какая же это все тупая хрень. Кошмар. Местами очень недоделанная игра вот ощущается. Грусть, тоска, печаль прям съедает от этого факта. Ладно, так, теперь мы можем идти вверх, собственно. Да и там могли. Что это? Подождите. Ничего себе. Какая срань. Ой, серьезно. Ну, блин! Отстой. Так, тайминги, да. Алло, влево будешь идти? Да почему ты... Как же он бесит иногда. Да, начинается, ребят, подгорание жоп. Да. Ой, я не знаю. Аллилуйя. С 500-го раза. Бесполезная фигня, если честно. Если бы я знал, что здесь, я бы даже не старался бы ее собрать. Блин, почему я не могу найти... Бред. Да эти сферы я свалю отсюда. Все. Фу, какое противное место. Тому, кто дизайнил этот уровень, просто вот не зачет. Фу. Стыдно должно быть. Так, это я не здесь могу получить, так что ничего страшного. Так, надо возвращаться. Ради чего? Не, ну там есть ради чего, надо возвращаться. Так, это же сюда, да? Или вниз? Или куда там? Вниз. Да вали. Я думал, тут секретик какой-нибудь есть. Ай!
Да. Вероятность того, что мы сейчас отъедем, крайне высока. Не отъехали. Ну и хорошо. Без комментариев. Ладно. Это вообще какая-то срань, если честно. Давай, летай отсюда нахрен. Давай, давай, еще один прыжочек. До свидания. И даже ничего говорить не хочу. Воу! 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 Ладно. Воу! Мы смогли? О, господи, энергия восстановилась, слава богу. Мы можем спокойно восстановить свои жизни. Ой, ой! Ай! Так, а что там? Куда там? Так. Вот влево еще можно сходить. Песочек порыть. А? А, это кто-то просил меня какую-то штуку. Или что это? Ладно, не знаю. Ладно, без комментариев. Да вы охренели там, что ли, оба? Охренеть, динамичная игра становится, конечно, в этом, блин, режиме. Я тебя убью. Я его убил. Было сложно. Да черт! Да ты охуел, блядь! Извините, пожалуйста. Что? Что?
Уже начинается какая-то агрессия от этой игры. Вот все было отлично, прекрасная была игра. Теперь какая-то агрессия. И все сначала, главное, все сначала. Вот, ну что за, блять, не знаю. Тот, кто делал пустыню, вот просто, фу, стыд и позор. Стыд и позор. Изи. Я хочу налево еще сходить, посмотреть, что там. Поэтому мы где вообще? А, это секретная проходочка получается. Не успел. Так, вот мы вернулись вот сюда. Фух, подно, ребята, подно. Ну что ж, пойдемте разведывать. У нас осталось еще... На самом деле, бы уже пора закругляться, наверное, даже. Ну что ж, предлагаю на этом закончить эту часть как раз таки. И в следующей части мы будем чем заниматься? Заканчивать эту пустыню, страдать здесь, просто страдать, добывая то, что нам надо, отпирая ворота, а потом уже вернемся и будем исследовать те места, которые у нас еще не исследованы, которые были заблокированы песком. Собственно, с вами был Дмитрий. Спасибо за то, что посмотрели этот ролик, возможно, даже поставили ему лайк, это несложно, мне очень приятно. Всем спасибо, берегите себя и своих близких.